Знакомьтесь, меня зовут Анна. Это сказка армянская «Пес и кот». С корняжным теплым ремеслом занялся кот когда-то. Мурлыча песню за столом, сидел с корняк усатый. Как вдруг к нему явился пес и шкурку мягкую принес. «Здорово, кот!» – промолвил пес, протягивая лапку. «Трещит на улице мороз, скорее шай мне шапку. Я за ценой не постою, ну что ж, сочтешь?» «Изволь, сочью, а долго ли ждать? Денек-другой окончу и работу. Ты приходи, мой дорогой, за шапку в субботу. Папаху шить, не шубу шить, для друга можно поспешить. Такую шапку смастерим, что будет всем завидно. А о цене поговорим, нам торговаться стыдно. Папаху шить, не шубу шить, с деньгами можно не спешить». В субботу утром старый пес, подтягивая зябко, засунул в дверь замерзший нос. «Ну что, кот, умышовка?» «Нет», — говорят ему в ответ. «А где хозяин?» «Дома нет». Продрогший пес присел и ждет. Перед крыльцом на тряпке. Вот по дорожке кот идет, богатый новой шапки. Увидев сад, сказал он так: «Зачем торопишься, чудак? С таким шитьем нельзя спешить, не шуточное дело. Папаху шить, не шубу шить, но надо шить умело. Побрызгал шкурку я с утра, теперь кроить ее пора». «Не очень жаль», — ответил пёс, — «что шапка не готова. Но не сердись на мой вопрос, когда явиться снова? Не в гости я хожу в твой дом, а за своим хожу добром». «Ну так и быть», — бормочет кот, — «приходи к обеду в среду». Среда настала. Пес идет за шапку к соседу. «Как поживешь? Жив, здоров. Готов закос?» «Нет, не готов». Тут вышел крупный разговор, потом и потасовка. «Ты, братец, пур! Ты, братец, вор! Жена твоя воровка!» Доходит дело до суда. Узнав про эту драку, судья сказала: «Позвать сюда и кошку, и собаку!» Лукавый кот и бедный пес вдвоем явились на допрос. Кто их судил, когда и как, отдельно или вместе, я не скажу. Но кот-скорняк с тех пор пропал без вести. Бежал он, хвост поднял трубой и все меха унес с собой. А так как это кот-скорняк всем нашим кошкам прадед, семейство кошек и собак между собой не ладят. Когда увидев честный пес, рычит и громко лает, как будто каверзный вопрос задать ему желает. Готова шапка или нет? А кот шипит ему в ответ. При этом плется так смущение или страхи, как это делает кот-скорняк, когда кроил папахи. Thank you.